Здравствуйте, в эфире программа «Диалог». И сегодня с нашим гостем мы будем говорить о ситуации в лесной отрасли. Присоединяйтесь. Генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, заслуженный лесовод Республики Беларусь Михаил Петрович Супрун. Родился в 1953 году в деревне Малые Автюки Калинковичского района. Трудовую деятельность начал в 1972 году после окончания Полоцкого лесного техникума помощником лесничего в Домановическом лесхозе. В 1980 году получил квалификацию инженера лесного хозяйства в Белорусском технологическом университете. На протяжении более чем 20 лет работал в лесхозе Гомельской, Витебской и Минской областей. Сначала лесничим, а с 1984 года на должности директора. В 1999 году возглавил Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Награжден медалью за трудовые заслуги. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. 1 апреля стартует традиционная наша весенняя акция «Неделя леса». В этом году она посвящена восстановлению лесов, которые пострадали прошлым летом от ураганного ветра. Михаил Петрович, какой объем работы определен в Гомельской области на эту неделю? Да, мы очень серьезно, я должен сказать, подготовились к этой акции. Эта акция уже стала ежегодной. Мы были созданы, рабочие группы у нас в каждом лесхозе, в каждом лесничестве. Мы подготовили участки, где будут создаваться лесные культуры, в том числе и на буреломных лесосеках, которые, к сожалению, прошли у нас и в этом году тоже. Но мы хотим привлечь больше людей. Я хочу сказать, что эта акция, я думаю, что серьезно подстегнет интерес и к лесной отрасли у нас в области, чтобы люди знали, что это такое. Мы создаем, предоставляем, кто будет участвовать, инструмент, посадочный материал, проводим инструктаж. То есть подготовились полностью. И мы надеемся, я должен сказать, что создать довольно большой объем лесных культур. За какое-то время вы объявили о том, что ожидаете заявок от организации, объединений. И вот насколько активно шел их прием? Очень активно. Я благодарен всем, кто откликнулся на эту акцию. Очень активно наше молодое поколение, БРСМ. Пионерская организация откликнулась сразу. Я должен сказать, наш университет имени Скорины, все наши смежники, которые, с кем мы работаем, инспекция охраны и защиты животного и растительного мира при президенте, комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, они постоянно участвуют, я должен сказать, и местные органы власти, облсполком, райисполкомы. И я хотел бы отметить, вот акцию хотят провести сотрудники «Гомельской правды». Они решили посадить 1000 деревьев. Но мы, ради бога, подготовили им участок, и тоже активно они готовятся. Мы подготовили весь инструмент. Я думаю, что эта акция пройдет. Но и мы планируем, что в этом году уже будет гораздо больше, чем в прошлом году, около 9000 участников этой акции в этом году. Ну, коллеги из «Гомельской правды» молодцы. Недавно им исполнилось 100 лет. Да, поэтому и вот в связи с этим обратился редактор «Гомельской правды» Беспалый Сергей Михайлович и говорит, мы хотим именно вот закрепить этот продолжить юбилей, чтобы это осталось. И будет, мы установим там памятную доску, и все. Я думаю, это будет память такая для них к 100-летнему юбилею. Конечно, и для жителей города тоже, и для области. Для области, да. А всего, в целом, сколько человек вы планируете привлечь на эту неделю леса? Планируем порядка 9000. Из них это добровольцы, в большинстве своем, я хочу сказать. Ну, кроме того, что и наши работники, мы же профессионально будем, потому что нам доводятся планы еще создания лесных культур. Мы, во-первых, вырубаем ежегодно порядка 5500 гектар сплошных рубок в лесу, это которые находятся, и на которых мы должны посадить новый лес.
И вот это мы занимаемся, это и план нам доведен на этот год 5600 гектар. Создание лесных культур новых. Ну, а мы планируем за эту акцию, вот эти 9000 человек, планируем около 2000 еще создать новых лесов, чтобы дополнительно это было. Ну и я должен сказать, что не только вот эти организации идут на посадку леса, и наши ветераны откликаются, пенсионеры, что, ну, мы призываем их посадить свое дерево каждому. Чтобы все от мала до велика, да, чтобы чувствовали, потому что, чтобы понимали, что это такое, что это не просто так дерево растет, ну, это до 80 лет, а мы даем им посадочный материал, вот в сюжете видно будет, или показывали недавно, сеянец однолетка. Такой хрупкий, такой тоненький, понимаете, и из него вырастет, как маленький человек. Это, понимаете, что когда берешь малюту, и это сеянец, и как из него вырастет, а за ним нужен уход. Поэтому мы надеемся, что наша молодежь больше, и она откликается в большинстве своем, и проникнется любовью к природе, к охране природы, и оставит свой след. Насколько в результате богаче станет лесной фонд нашего региона? Ну, как я сказал, это порядка 2000 гектар будет создано новых лесов. А новых деревьев? Около 11 миллионов штук. Угу. Это вот, посчитать, это, конечно, много. Это каждое все вручную. Это мы пока создаем, видели, там меч Колесова и два человека, и по единичке, да, 11 миллионов. Это много. 11 миллионов, да, это, конечно. Это все, это... их посадить в землю, да. Это внушительная цифра. Да. А какие деревья будете высаживать? Ну, у нас дело в том, что около 60% по породному составу нашей области это составляет сосна. Ну, и почвы подходят для создания сосновых насаждений. Это вот, ну, сосна будет вместе с березой. 7 рядов сосны, 3 березы. Ну, есть у нас еще и дубовые, мы создаем лесные культуры. Ну, и где позволяют почвенные условия, мы также и ольху создаем. Тоже то есть это создаем. Те породы, да, которые для нас, да, являются лесообразующими? Лесообразующие наши породы, которые у нас здесь произрастают, потому что... Ну, есть отдельные участки, мы создаем, вот деревья экзоты. Есть у нас участки бархата амурского созданы, небольшие, экспериментальные. Есть березы карельской с институтом леса, вот участки очень хорошо мы сотрудничаем, создаются. То есть мы работаем и в этом направлении. Михаил Петрович, помимо того, что будут добровольцы сажать лес, обычно во время этой акции уделяется внимание еще и каким-то другим полезным делам. Еще что хотели бы успеть за эту неделю сделать? Да, мы помимо посадки леса, во-первых, наведение порядка на своих территориях, придорожные полосы. Ну, у нас 179 лесничеств, практически в каждом мы сделан ремонт или построены новые, но вместе с тем мы хотим все-таки привести в идеальный порядок, чтобы там было нормально. И в каждом лесничестве у нас создан мини-дендропарк такой. И вот мы хотим тоже расширить породный состав там мини-дендропарка, сделать какие-то архитектурные формы, добавить. Ну а придорожные полосы – это визитная карточка области. И наш губернатор Владимир Андреевич Дворник постоянно смотрит и постоянно контролирует тоже эту работу. Поэтому мы активно сейчас будем заниматься. Ну, нет, это для себя, не только для каких-то гостей. Понятно, что должно быть всегда чисто. Ну, и особое внимание мы всегда уделяем. У нас в лесном фонде есть захоронения. Периода Великой Отечественной войны есть памятники такие. И вот это наша задача тоже привести все там в порядок. Эти памятники, аккуратно все вычистить, чтобы все было подкрасить, подбелить, чтобы там тоже было красиво. Мы не забываем это. Это все полностью мы тоже будем работу проводить. Михаил Петрович, я только хочу пожелать, чтобы погода вам способствовала, да, всю, да, эту, да, неделю, чтобы было комфортно работать, чтобы сопутствовал спасибо, вам успехом. Я тоже чтобы, надеюсь, конечно, да, да, все эти 11 миллионов дружненько, да. И главное, что прижились, да. Да, ну, с легкой руки. Да, я надеюсь. С энтузиазмом, да. Люди же по идут, собственной, да, инициативе идут. Добровольцы. Поэтому, добровольно, никто поэтому никого все... не заставляет, я хочу сказать.
С такой с доброй энергией, с добрыми пожеланиями. Надеюсь, что все это будет в итоге расти. Скажите, пожалуйста, ну а как распорядились лесхозы той ветровально-буреломной древесиной, которую оставил вот буквально за несколько минут, да, пронесся ураган, а мы более чем полгода потом это все убирали? Да, вот эта беда, которая, к сожалению, Беларусь не покидает ежегодно. Но в этом году это особо был жесткий такой ураган. Я должен сказать, что по нашей области он прошелся по Мозырскому лесхозу, Романовское лесничество, это буквально в течение 10 минут возле самой деревни 500 гектар положило, как и не было. Это страшная сила. Ну, а вместе с тем самый большой ураган прошелся, к сожалению, по Минской области. Это Смолевицкой и Червицкой лесхозы. Там было уничтожено ветром около 4 миллионов кубометров древесины. Понятно, что одна Минская область не справилась бы с этой бедой. И поэтому было принято решение министерством направить все области. И вот мы практически уже скоро год работаем там. И первоначально к нам был дан участок более 1000 гектар сломанной этой древесины. Ну, понятно, мы спешили, чтобы она не потеряла техническое качество. Поэтому все лесхозы там работали, заготавливали эту древесину. Я должен сказать, что на сегодняшний мы там заготовили около 400 тысяч кубометров. На сегодняшний день у нас там в остатке где-то 600 кубометров осталось с тех сплошных рубок. То есть мы все реализовали. Мы распорядились очень вовремя, быстро и реализовали всю древесину. По-хозяйски? По-хозяйски. В первую очередь, конечно, это на внутренний рынок. У нас хорошо, вот вы видели недавно, наш президент Александр Юрьевич Лукашенко посещал предприятие «Кроноспан» Могилевское. Львиную долю, конечно, забрали они там. Это всей древесины, у них свой автомобильный парк, техники, лесовозы, ассортиментовозы. Ну, а дальше мы своим предприятием, Гомель Древ, Речица Древ, и всем остальным мы тоже всю древесину брали. И на экспорт разрешил нам глава государства тоже отправлять. Мы тоже оттуда заработали и валюту. То есть все, что от нас зависело, мы убрали. И вот недавно был облет. Летали мы вместе с нашим министром Амельяновичем Михаилом Михайловичем и председателем комитета госконтроля республики Анфимовым Леонидом Васильевичем. Вы знаете, убрано практически все. Осталось только где в воде, где труднодоступные. Куда техника не проходит. Куда техника не проходит. Но мы сейчас тоже вот 50 гектар такое убрали, таких участков тоже еще дополнительно нам дали. И кроме того, дали выборочные рубки. Вот 35 кварталов, вот сейчас мы там работаем, все лесхозы области, 35 кварталов, мы еще убираем порядка 30 тысяч кубометров вот сейчас. Да и это тоже будем реализовывать. В нашей области это, конечно, тоже около 400 тысяч кубометров. По нашей области прошлось и Светлогорск, и все остальные лесхозы, где-то по 16, и Жлобин в том числе, порядка 30 тысяч кубометров древесины. И мы это все изъяли, но и такая наша задача стоит сейчас подготовить почву под посадку лесных культур. Тоже так. Да, чтобы место это не оставалось пустым. Михаил Петрович, а правда ли, что в последние годы, поскольку выдались такими засушливыми, уровень грунтовых вод понизился, и это сказывается на состоянии лесов, они усыхают, особенно это касается ельников. Насколько серьезная ситуация? Ситуация очень серьезная, я должен сказать. Вы, наверное, видели и слышали, вот у нас ареал ели заканчивается в Гомельской области. То есть у нас ель произрастает в Чеченском спецлесхозе, Рогачевский, Жлобинский. Вот этот угол северной части этой области. Здесь произрастает. Ну и у нас усыхает. А в Минской, Могилевской и Витебской областях очень серьезное это усыхание произошло. Но пошла усыхать ель и у нас. Мы убираем сейчас, я хочу сказать. Но еще одна проблема – самое серьезное тоже по сосне пошло. В связи с засушливыми годами
уровень воды упал, и пошла тоже, и сосна у нас, к сожалению, усыхать. Какие варианты здесь есть? Только надеяться на милость Божию, что будет вода или что-то можно предпринять? К сожалению, сейчас, если древесина уже ослабла, дерево ослабло, мы вынуждены убирать сплошные рубки. Это санитарные рубки, да? Да, и сплошные санитарные рубки, и выборочные, и реализовать эту скорее древесину, чтобы она не потеряла тоже свои технические качества. Понятно, значит, и темпы лесовосстановления, соответственно, тоже нужно наращивать. Да, ну, помимо лесовосстановления, есть ряд и других важных задач. Вот насколько знакомы гомельчане с деятельностью лесхозов, накануне поинтересовались наши корреспонденты. Давайте узнаем и мы. Заготавливают сок, продают это вот, ну, дрова, это, ну, лесхозы работают. У нас, ну, рядом мы в Чонках дача, там чистка идет. Если раньше что-то был лес очень грязный, сейчас такую чистку сделал, все убирают старое, это вот, ну, старые деревья, значит, ну. Очень далека от этого. Но работает, но есть лесхоз. Ничего, абсолютно. Ничего не знаю. То, что они высаживают, наверное, елочки в лесах, лесхоз. Ну, лесхоз занимается, наверное, дровами, заготовка дров. В принципе, я так понимаю, что функции, в их функции входит это непосредственно слежение за состоянием лесных массивов, которые у нас находятся, наверное, вырубку, заготовку, продажу. Вообще-то я не специалист в этой области, я просто как лесопользователь обычный. Ну, что я вижу? Захламленные леса, бурелом, и не только бурелом, просто падшие деревья от возраста или от болезней. И еще я вижу, что у нас есть очень много мест, где можно было еще дополнительно сажать лес. Очень много свободных, поросших вот этим по-белорусски хмызняком. Сейчас такое время, весна, побольше бы сока березового, чтобы было на наших прилавках. Не только периодически там он появляется на 2-3 месяца после заготовки, а чтобы в течение года он стоял у нас на прилавках магазинов. Чем занимаются лесники, короче? Охраняют природу, наводят порядок в хозяйствах. Ну, за угодьями, наверное, смотрят. А что еще? Ну и как бы я так думаю, что контролируют все эти охотохозяйства, которые там, или как охотников, проверяют, проверка, контроль. Вы смотрите «Диалог», и мы говорим сегодня о работе лесхозов. Михаил Петрович, прокомментируйте, пожалуйста, с чем согласны, с чем нет. Ну, я благодарен Олегу Яковлевичу за такой вопрос поставленный. Нашему корреспонденту. Да, нашему корреспонденту. И мне интересно самому было вот все-таки узнать. Ну, видите, к сожалению, не все. Хотя, если собрать в общем, где-то кое-кто что-то и можно в общем собрать. Да, если собрать все, то вот как раз вот деятельность и получится. Да. Хоть что-то знают это все. Ну, понятно, что мне неприятно было слышать, что бурелом ветровал. Я только что рассказывал, что мы это все убираем все вовремя. Никаких там вопросов нет. Есть захламленность, это естественная захламленность. Всегда это было. Она, как правило, возле дачных участков, будет, да, наиболее часто встречается? Ну, у нас очень много дачных участков сейчас. Мы активно взяли за эту работу. Работаем с руководителями дачных кооперативов, чтобы не вывозили мусор и все остальное. Одно время очень проблемный был вопрос. Да. Ну, так вот, видите, вот это немножко больно, что как-то задевает, что паровоходу, правильно сказали, есть у нас лесоохотничье хозяйство. Ну, гораздо шире. Понятно, что вот надо больше это рассказывать, чтобы люди видели, что все-таки наша отрасль, это более около 8 тысяч работающих на сегодняшний день. 21 лесхоз. Это в каждом районе практически лесхоз. И 179 лесничеств. Это в каждом агрогородке. Понятно, что если человек в городе вырос, он не знает, что это. А это начинается, это же с посадки, с заготовки семян. Это все. Вот хотелось бы, может, будет сюжет, я именно хотел, чтобы начало было, как мы заготавливаем семена, как выращиваем посадочный материал, как создаем лесные культуры. А затем же, когда создали культуры, надо же ухаживать за ними.
за этими культурами, потому что могут зарасти и травой, и береза, и осина. Очень-очень это, много аспектов это работа, и у леса, и охота, и подсобное хозяйство. Это не только сок березовый. У нас свои пчелосемьи в лесхозах. Мы заготавливаем и мед к тому же, веники. Михаил Петрович, метла. А вот что касается сока, было замечание, что появляется у нас в магазинах, как правило, только в период, когда идет активная заготовка, а потом все, все остальное время уже нет. В чем проблема? Почему его мало? Ну, это, конечно, вопрос к переработчикам. Я могу только свое мнение сказать. Сока мы можем заготавливать 5000 тонн. В хорошие годы, в советские времена, область готовила 5000 тонн сока. На сегодняшний день, вот в прошлом году мы заготовили где-то 1400 тонн, в этом сейчас где-то 1100 тонн. Из этих, я хочу сказать, 1100 тонн, больше 200 тонн забрал Савушкин продукт из Бреста, потому что он нашел рынки сбыта в Израиле. Тетра-упаковка делает. Но у нас переработчики, к сожалению, только трехлитровые банки и ничего. Поэтому вот здесь надо решать задачи. И наши перерабатывающие предприятия сейчас принимают совсем мало нашего сока. Мы нашли уже рынки сбыта и в Минске, и в Могилеве ищем сами, и туда поставляем. Кто уже платит, к сожалению. Поэтому основной вопрос, конечно, это надо к переработчикам ставить задачу. А сок действительно это и полезно. И раз Израиль и Савушкин продукт только у нас 200 тонн. А в Брестских лесхозах около 5000 тонн берут, перерабатывают и поставляют, зарабатывают деньги. Поэтому пока вы активно его населению предлагаете, да? Да, самое, я хочу поблагодарить и призвать население. Но не нужно идти самому сейчас. У нас в каждом лесничестве, в каждом лесхозе есть информация, на сайтах есть информация, чтобы там за копейки дешевые, там 1000 на старые деньги, 1000 с чем-то рублей за литр, мы дадим вам вашу тару, ради бога, сколько есть необходимость. Когда мы начинали вот реализовывать населению, это года три назад, только где-то 10 тонн продали населению. На сегодняшний день уже 250 тонн населения взяло. То есть люди понимают, что лучше приехали, но вместе с тем мы же предлагаем и сам. Ради бога, бери свою посуду, приезжай, но мы же отводим специальные участки, которые подходят для заготовки. То есть нужно только уведомить. Да, да. В лесничество заехать. Мы подадим участок, сам выбирай там березы, которые в этом насаждении, где-то какие. Хоть мы сделаем подпил, сделаем как положено желобок, все. Вешай свою тару и собирай сок. И... Михаил Петрович, спасибо большое. У нас есть телефонный звонок на линии. Слушаю. Давайте выслушаем, что интересует нашего зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Я хотел бы задать вопрос такой. Вот частный дом, Будагрёжский район, частный дом. И скажите, вот выписывают только одну машину дров на год. Это... по фиксированной цене, а дальше идет коммерческая цена. Если ты хочешь еще взять машину, 2-3, то идет коммерческая цена. Скажите, можно ли за год, ну, за сезон одной машиной дров натопить дом? Поняли вас. Спасибо большое. Не обходитесь одной машиной. Дальше нужно покупать дороже. Почему так? Ну, так это вопрос, понимаете. Это через гортоп, я так понимаю, это топливные книжки выдаются. Частные домовладения, или берешь или брикет, или 10 кубометров дров топливных, именно по этой цене. И государство компенсирует гортопу эту стоимость. Нам никто не компенсирует, и поэтому все остальные дрова тогда уже мы реализуем, ради бога, сколько у нас, я хочу сказать, что было на начало года в остатках 500 тысяч кубометров дров. То есть с дровами проблем нет. Ну, правильно, что цена, к сожалению, там дороже идет уже, что мы реализуем населению. Здесь нужно это вопрос, ну, просчитывать, наверное, ставить где-то, выходить выше и рассматривать вопрос. Ну, вот так принято. Или брикет, или дрова. И определенная норма определена для домовладения. Пока ситуация такая. Такая ситуация, а дрова, да. Михаил Петрович, ну сейчас предлагаю посмотреть и после обсудить сюжет о ежедневной работе лесхозов на примере гомельского подразделения.
Этот участок леса можно назвать наследием прошлого. Некоторым деревьям более чем по 100 лет. Получается, что их посадили еще до Октябрьской революции. Сейчас уже трудно сказать, чей это был лес. Частный, государственный или крестьянский. Однако теперь это качественная промышленная древесина. С помощью харвестера, заменяющего, кстати, около 20 лесорубов, заготовка не представляет значительных проблем. Правда, вместе с вековыми соснами лесхоз вынужден заготавливать и более молодые деревья. Связано это в первую очередь с их усыханием. Уровень грунтовых вод понижается, и корни до них достают уже не всегда. Через несколько часов заготовленная древесина оказывается в цеху переработки гомельского лесхоза. Сегодня это предприятие в значительной степени ориентировано на зарубежные рынки. Бельгия, Германия, Австрия, страны Балтии. Чтобы выполнить все заказы, цех работает в две смены. И такие цифры, которые озвучивает руководство лесхоза. Если бы за границу продавался просто лес, то за каждый кубометр предприятие получало бы около 30 евро. Один кубический метр, изготовленный в цеху палетной доски, стоит в 3,5 раза дороже. Впрочем, если получится реализовать все задуманное, то прибыль может быть еще выше. Речь идет о производстве заготовок для мебели. Сушильное хозяйство надо делать и ставить строгальное оборудование там, для производства более полного цикла. На сегодняшний день мы вот пока сделали только это. Впрочем, думают в гомельском лесхозе не только о ближайшей перспективе. Когда-то наши предки оставили нынешнему поколению тысячи гектаров леса. Теперь необходимо позаботиться о потомках. Правда, сделать это необходимо с учетом экономической составляющей. 3 года назад в гомельском лесхозе освоили так называемый финский метод. Пока он не самый дешевый, однако в этом случае приживаются до 95% саженцев, что в значительной мере минимизирует затраты. По финскому методу, тот посадочный материал, который мы выращиваем в закрытом грунте, значит, приживаемость однозначно больше. Но здесь небольшой фактор есть себестоимости посадочного материала. Посадка леса – дело не столько сложное, сколько требующее привлечения значительных сил. С помощью 5-килограммового меча Колесова в течение дня каждый должен посадить 775 саженцев. Это дневная норма. Помощь состоящих на учете в центрах занятости в этом случае выгодна всем. Люди получают возможность заработать, пусть и не очень большие, но все равно не лишние деньги. Для лесничества это возможность посадить лес в оптимальные сроки. Впрочем, помогают в эти дни не только безработные. Местное население много помогает, которые хотят без работы заработать денег. Энтузиасты из города приезжают, которые тоже, как любители природы, хотят помочь нам. И, конечно, школа, сельский совет, депутаты, субботник, прошлые выходные работали. Когда-то здесь располагалась военная часть. Сейчас это территория – собственность гомельского лесхоза. Именно отсюда осуществляется отгрузка продукции на экспорт. С недавнего времени в числе последней – щепа. То, что раньше в лучшем случае сжигалось, сегодня приносит стабильную валютную прибыль. Начинались с 25 вагонов в месяц. В марте этого года отправили уже 300. Если все пойдет по плану, то в апреле щепы на экспорт уйдет уже более 500 вагонов. Причем за каждый кубометр гомельчане получат более 16 евро. Сегодня в лесхозе пытаются использовать все возможности получения дополнительных средств, что в свою очередь позволяет стимулировать труд работников и проводить модернизацию, без которой удержаться на рынке в дальнейшем будет очень проблематично. Зарплата одна из самых больших, выплачивается вовремя, постоянно авансы выплачиваются. На сегодняшний день активно проводится модернизация всего производства. Значит, недавно закупили мы МАЗ, 4 МПТ, 5 УАЗиков. Это все за собственные средства лесхоза. Поэтому в финансовом плане лесхоз устойчиво чувствует. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, заслуженный лесовод Беларуси Михаил Супрун. И мы принимаем в студии очередной телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Значит, я приезжаю на дачу. На даче езжу на остановке сады. И от Централита до садов вокруг, вдоль железной дороги, лежат дрова в лесу. Когда их уберут и когда будет порядок наведен в этом смысле? Дрова лежат? Да, лежат пиленные дрова и прочее. Их никто не убирает уже лет 10. Поняли вас. Спасибо большое за звонок, Михаил Петрович. Пожалуйста, прокомментируйте. Но есть вопросы принадлежности этих дров. У нас на сегодняшний день есть немножко и городских лесов. Есть леса института леса вокруг Гомеля.
Я буквально завтра этот вопрос уточню. Мы все дрова, вот вы сейчас видели по сюжете здесь, щепа готовится у нас. Все дрова, мы остатки свои сняли вообще. Вот я говорил 500 тысяч, уже на сегодняшний день порядка 200 тысяч осталось остатка дров. Мы нашли хорошую нишу и зарабатываем деньги. Вот за этот месяц только на щепе мы заработали 500 тысяч долларов. То есть у нас дрова в лесу сейчас по 10 лет не могут лежать. И не лежат. Очень дорого оставлять Очень их дорого в лесу, оставлять. Да? Мы лучше валюту заработаем. Сейчас мы рубим дрова, только заготовки прошлогодние вот заканчиваем. И вы только свежие заготовки, этой заготовки будут. Но Петр я Петрович, это обязательно... разберитесь. Я разберусь, все дрова. Нет вопроса, обещаю вам. И если что, мы найдем хозяина и примем меры все. Да, чьи дрова на траве возле Центролита. Да, я понял. Программа модернизации в стране разработана масштабная. Что касается деревообрабатывающей отрасли, расскажите, пожалуйста, как выглядит Гомельщина в этом отношении на фоне других областей республики? Наверное, большая работа уже завершена. Что еще впереди, что еще осталось? Я хочу сказать, что мы не отстаем от модернизации. Если еще года 2-3 назад мы пилили 2000 кубометров в месяц этой заготовки, вот показывали здесь в сюжете, то сейчас мы ежемесячно заготавливаем уже 4000 кубометров ежемесячно. Без модернизации, понятно, такой рывок сделать никак нельзя. Заменили мы лесопильное оборудование. И здесь вот проглавный инженер Гомельского лесхоза говорит, что уже задумывается, что нужно сушильное хозяйство и строгальное оборудование. Это заготовки, которые мы высушили, построгали, уже гораздо дороже. На экспорт идет. А мы этой работой сейчас и занимаемся. Вот и Гомельский лесхоз задумался сушильное хозяйство. Дело в том, что, как вы знаете, глава государства вот на последнем совещании буквально с участием министра, председателя комитета госконтроля поставил задачу, никакого кругляка на экспорт не должно идти. И только если лесхозы не модернизируются все вовремя, валюты не заработаешь. Поэтому мы ставим задачу в каждом лесхозе, в котором у нас есть, провести полную, завершить. Мы ее уже сделали. Поставили новое оборудование, и ленточно-пильное, и корка, цилиндровка. Все это есть, и сушильное хозяйство. Сейчас у нас на плане вот Петриковский лесхоз. Поставили мы линии переработки, вот недавно буквально в Мозырском лесхозе, в Милошевицком лесхозе. Этот процесс постоянно у нас идет в области, чтобы со следующего года мы могли нарастить пиление еще как минимум в 2 раза, чтобы валюта шла за переработанную древесину, как ставит глава государства. Ну и экономика совсем другая будет же тогда. Поэтому этот вопрос постоянно держим на контроле. А насколько крепки позиции Гомельщины в плане экспорта? В плане экспорта я хочу сказать, что за прошлый год мы где-то заработали 20 миллионов долларов. Сейчас мы задачу ставим, чтобы ежемесячно иметь где-то около 2 миллионов долларов, чтобы это было. Это очень хорошее подспорье. С кем работаете, Михаил Петрович? Какие основные рынки? Основные на сегодняшний день, которые это Германия и Прибалтика. Но мы работаем с 11 государств, но там гораздо поменьше объемы. Мы работаем вот с этим, в первую очередь, Германия, Прибалтика и Польша. Вот щепа, кстати, в большей степени идет Прибалтика и Польша. Берут сюда, когда морозы еще прижали тогда, и цена подросла, и хорошо мы тогда заработали. Ну и сейчас продолжаем дальше. Я, как я сказал, за этот месяц уже 500 тысяч долларов заработали на щепе. Михаил Петрович, ну сейчас, конечно, морозов уже никто не ждет. Да. Сейчас другая проблема. Будет сухо и тепло, и из-за палов травяных наши леса страдают? Да, к сожалению, это наша беда. И с сотрудниками МЧС нашей областной и районных, я благодарен им.
мы работаем, но с каждым годом как-то все-таки это меньше идет, потому что проводится серьезная профилактическая работа. Сейчас и МЧС, и наши работники. Штрафы очень серьезные. Штрафы очень кусаются. Ну и работаем в этом плане на предупреждение. Сейчас мы поставили сейчас систему видеонаблюдения уже под 90. На вышках, которые у нас есть в лесничествах, мы закольцевали, чтобы от шага возникновения пожара заметить в начальной стадии, чтобы мы могли быстро приехать, и, потому что если разойдется пожар, конечно, его гораздо труднее тушить. А вообще вот эти фотоловушки ваши, видеокамеры, они помогают предупреждать какие-то... Конечно. Правонарушения в лесу. Да, да, это вот когда завозят мусор, 35, благодаря этим камерам мы выявили 35 таких нарушений. Это и мусор выбрасывает там, и как-то остальные вопросы, и выжигание, это все. Где мы ставим в таких местах, конечно, понятно, чтобы не видно было, и чтобы мы могли фиксировать. Оно идет на мобильный сигнал, телефон нашего сотрудника, и мы оперативно это все рассматриваем. Очень помогает. Я думаю, люди уже, которые попали под эту фотоловушки наши, они другой раз не будут там и мусорить, и другое что-то чем-то заниматься. Ну, до чего дошел и прогресс, да? Даже в лесу не уединишься. Да, и самовольные эти порубки, и воровство, это все. Все это фиксируется. Все вообще там. Сейчас посещение лесов разрешено? Конечно, конечно. Разрешено. Сейчас же это, когда 4-й класс пожарной опасности, когда высокие температуры, когда нету дождя, все это комплексный такой показатель, как называется, он рассчитывается метеорологией, и тогда вводится запрет. Сейчас никаких запретов на сегодняшний день нет. Тем более, что самый сезон заготавливать сок, об этом мы уже говорили, хотя, наверное, ну, как бы я рассудила, лучше приобрести уже заготовленный, зачем портить деревья. Да, да, это я просто призываю всех, пожалуйста, давайте еще активно, но хотя в этом году это уже рекорд у нас. По сравнению с предыдущими годами. Хотя вроде бы не так уж было и тепло, да? Михаил Петрович, лето не за горами. Кому придется платить заготовительный сбор в этом году? За грибами, ягодами населению однозначно никто платить не будет. Все остается, как и было. Это только индивидуальным предпринимателям, кто на промышленной основе. А так я прошу не беспокоиться жителей области. Все так и будет. Но только разрешенными способами собирать. Не машинами, а за использование вот каких-то гребенок или тому подобных приспособлений, да? Да, это подпадает под нарушения и штрафы. Выявляете подобные? Ну, к сожалению, да, есть. Это беда. Ну, просто просьба, ну зачем травмировать растения, ранить это все? Ну, это же в следующем году не будет. Наверное, разбогатеть не разбогатеешь на этом лишнем ведре ягод, да? Зачем? Ну, я просто обращаюсь, надо быть порядочными, чтобы осталось и для будущих. Ну, не надо думать там только про себя, что это все уничтожишь и все. Это как с деревьями, как с молодыми насаждениями с этими. Ну, сейчас идет тоже хорошая работа. Уже не видно таких нарушителей серьезных, которые там и лесные культуры уничтожают, и все остальное. Люди бережнее становятся относиться к нашей природе. Михаил Петрович, спасибо вам большое за сегодняшний диалог. Спасибо вам. Спасибо. Генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Михаил Петрович Супрун сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания.